Отдохнули мы некоторое время от поездок за границу, и вот начинается очередной тур. Состоять он будет из 7 стран. Из 7 стран это Франция, Дания, Исландия, Норвегия, Германия, Швейцария. И сейчас мы находимся в Париже. Начнем с не очень приятного. Именно вот в этом тоннеле разбилась принцесса Диана, всеми любимая, здесь, в центре Парижа. Ужас. Ну, а теперь пойдем смотреть на главную достопримечательность Парижа, на эту красоту золотую. Эйфелева башня. Кто не знает, Эйфелева башня это для жителей деревень. Река в Париже называется Сена, да? Правильно? Трафик! Ну что, сегодня 5 апреля, первый рабочий день в Париже. Будет всего их два, все два в этом зале. Мы находимся в CrossFit Louvre. Самое звонкое, звучное название для парижского зала по кроссфиту, да? Пойдем тренироваться. Вот уже приходят спортсмены тренироваться. Стронгмен. Ну, теперь уже я поснимаю. Пойдем посмотрим. Что это за CrossFit Louvre? Вход солидный, как в Louvre, да? Свой магазинчик. Так, что там за цены? Еще 25 евро. Окей. Three, two, one, go. Так. Помещение у нас подвальное. Но везде помосты. Раз, два, три, четыре. Пойдем там еще посмотрим. Смайл. Так, что у нас тут? Я
Еще по мостике. Вот директор. Привет. Круто. О, молодые спортсмены. Вот такой зал. Опять черные блины. Опять вам ни хрена видно не будет, но я буду говорить. Если не забуду. 150. Мы продолжаем изучать способы хранения магнезии. Кроме клубы это выглядит вот так. Нормально? Не самый плохой вариант. Сделали из того, что было. Чтоб не тащили ее. К стене привязали ее. 160. Фу! Я надеюсь. 140. На черный блинах перепутал случайно. Мировой взорвал. Вот, блядь. Вот, для тех, кто смотрит,
Первый подход сделан неудачно из-за того, что после колен увел плечи назад. И когда я толкнулся ногами, то штанга осталась впереди. Собственно, для чего и делается это упражнение? Вы делаете медленно это упражнение для того, чтобы контролировать угол наклона в спине, в пояснице, в спине, чтобы не уводить. Потому что когда вы делаете быстро, вы этот момент проскакиваете и не контролируете. Вот та ошибка, которую я допустил в первом подходе. Окей, next exercise. Подряд, где люди говорят 90% случаев на французском. И чувствуешь себя немножко дискомфортно, потому что если по-английски я уже немножко говорю, то по-французски я ни хрена не понимаю. Правильно? Я гладенько сказал, ни хрена. Вот я тяжело немножко. 170. Красивая, встала у меня перед глазами. Она уже ушла, не повезло. Хорошо? Сегодня мы будем учить. Или они меня научат, или я им расскажу про французский поцелуй. Будем сегодня разбирать французский поцелуй. Вот все свои exercises. Переводи. Пора людей тренировать. Я думаю, что-то организм мой не получил какую-то специфическую нагрузку привычную. Кажется, я трапы забыл сделать. Трапы. Переводчик немножко не понял, как это перевести. Трапы. Хайпула. Проходи. Ты француженка, ты улица. В такой же майке, как у меня почти. Это вырежу. Шутка, я ничего не вырезаю. Все как есть. Еще 6 часов здесь все будет.
No jump, slide. Relax your arms. Whoa, perfect. You feel? Very good. Full snatch, not power snatch. Just power snatch. I have a Facebook. Too strong. Браво! Bon appétit! Perfect. Don't lean forward. Very good. Sit down vertical. Knees out. There you go. This is better, but little lean forward again. You feel? Опа!
That's good. That's good. I can. Ну что, дети подземелья? Они же штангисты, они же кроссфитеры. Вылазят на свет дневной, как вампиры. Режут немножечко глаза. Уставшие, голодные, но довольные, как всегда. Это был первый день в Рибок Кроссфит Лувр. Да? Go eat. Везде брусчатка, хрен бы снимаешь. Деревья очень красивые. А впервые в Париже? А? В Париже ты выехал? Нет, четвертый раз. Вон, Лувр. Нифига не видно.